Для этого руководитель региона приехал в резиденцию к владыке. Это их первая встреча после назначения Кондратьева на пост исполняющего обязанности главы края. С митрополитом они обсудили возрождение православных традиций и роль церкви в современной жизни. Владыку руководитель региона поблагодарил за духовное наставничество и заботу о Кубани. Сегодня можно по-разному говорить и о экономическом росте, и благосостоянии людей, но самый главный вопрос – это нравственное содержание. А вот за нравственность как раз отвечает, в моем понимании, в том числе и религия. Россию не раз ставили на колени, она практически подчас была разрушена, но всегда подымалась с колен, потому что это богохранимая и боголюбимая страна. И, конечно, самое главное, я приехал для того, чтобы поздравить, конечно, с праздником Вознесения Господня. Это великий праздник, это еще раз подтверждение того, что Господь с нами. Ну и сегодня, конечно, перенесение мощей Николая Чудотворца. Мы действительно празднуем его как великого русского святого и почитаем его как нашего святого. И особенно в такие радостные святые дни. И вот вы посетили мой дом. Милости прошу. Спасибо. И хочу пожелать вам от всей души, от всего сердца много помощи Божией в вашей многотрудной деятельности. Пусть Господь укрепит, поможет вам.